В Ираке взят в плен один из главарей группировки «Исламское государство», запрещенный во многих странах, в том числе и в России. Как сообщает иракское агентство «Эйн», в руках американского спецназа оказался Абу Амар аш-Шишани. Бывшего солдата грузинской армии вместе с еще двумя полевыми командирами удалось захватить во время операции в провинции Киркук. Аш-Шишани – один из ключевых главарей ИГИЛ. Боевик активно занимался вербовкой на территории СНГ и руководил отрядом, состоящим из выходцев из этих стран.